Готовлю жареные роллы, вообще без масла. 120 грамм риса на целый лист нори. Добавь кусочки лосося, авокадо и скрути круглый ролл. Не забудь измерить. Затем обваливаю в муке кляре и сухаря. И поджариваю в новой аэрофритюрнице 8 минут. Ролл готов. Возьми острый нож и зарежь его на 8 равных частей. Разверни срезом вверх и на каждый кусочек выложи шапочку из сливочного сыра. Добавь все прибамбасы и облей ролл соусом унаги. Украси икрой капеллана, посмотри, как красиво. Макай и съедай, пока никто не видит. Спаси темпуру с креветкой, подготовь сухари панк. Сделай кляр из муки и воды и хорошенько размешай миксером. Консистенция должна получиться такой. И пока греется масло, я делаю ролл. 120 грамм риса на половинку нори. Сделай нахлёст сантиметр, прижми и переверни. Для начинки творожный сыр, капельку спайси соуса, креветки и немного салата айсберг. И придерживая пальцами начинку, скрути ролл. Обваляй его в муке, кляре и сухарях панка. Закинь в горячее масло и обжарь до золотистого цвета. Положи на доску, возьми острый нож и порежь роллы на 8 равных частей. Выложи роллы на красивую тарелку. Возьми соусник и налей ореховый соус. Затем макай и съедай, пока никто не видит. Приятного аппетита. Надоели японские роллы? Сделай сэндвич. Возьми лист нори и сломай его пополам. 120 грамм риса на половинку нори разрежь. И с помощью столовой ложки выложи сыр, кусочек лосося и хорошенько прижми. Обваляй его в муке, кляре и сухарях панка. Обжарь до хрустящей корочки. Положи на доску, разрежь и выложи на красивую тарелочку. Налей свой любимый соус, макай и съедай, пока никто не видит. Приятного аппетита.